В отношении жителя города Пятигорска возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Пятигорского отдела полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили, что житель города-курорта причастен к незаконному сбыту наркотических средств. Мужчину задержали на одной из улиц города Пятигорска и доставили в отдел внутренних дел. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе, изъято является наркотическим средством героином массой более 11 граммов. Кроме того, полицейскими из организованного задержанным тайника изъят пакет и подготовлены для реализации свертки с порошком серого цвета, который по заключению эксперта также является героином массой более 250 граммов. Установлено, что мужчина перевозил запрещенные вещества из Московской области с целью последующего сбыта на территории Кавказских минеральных вод. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.